В Альметьевскую центральную районную больницу доставили новые партии спутника ВИ. По словам врачей, перебоев с наличием вакцины не было. Перебоев с вакциной в Альметьевской центральной районной больнице не было. Если в какой-то день не закончился спутник, то в его отсутствии была вакцина EpiVac Corona. Ну а так, практически через день вакцина поступает. Тем, кто хочет привиться, медики ЦРБ советуют записаться через госуслуги или позвонить в регистратуру по номеру 22-78-46. Вакцинироваться можно и без предварительной записи, но есть вероятность, что придется подождать в очереди тех, кто записан. Подписав согласие на вакцинацию и заполнив анкету, пациент проходит на прием к врачу. Первым делом так мы опросим так больного. Там, недавно там, в течение 6 дней он болел, не болел. Предыдущие дни там, когда он в диспансерном учете находился, нет. Некоторые там сильно действующих препаратов, если принимал, так обязательно, так временно, так метадвод или там посоветуем. Временным противопоказанием к прививке служит острое заболевание или обострение хронических болезней. Получить вакцину можно в любой поликлинике, даже если вы к ней не прикреплены. В специальной морозильной камере хранится 1000 вновь доставленных доз спутника ВИ. Условия хранения ниже 18 градусов, от минус 18. Хранение вакцины EpiVac Corona от 2 до 8. За день в ЦРБ в среднем вакцинируется около 300 человек. После укола каждый получает памятку с возможными побочными реакциями и рекомендациями. И указывается дата вакцинации вторым компонентом. Катерина Машенцева, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока.